где только что слышали неповторимое слово Златоуста, которое все коснулось, что касается этого праздника, и поэтому в сей день не положено ничего проповедовать, а читать именно слово Златоуста. А что только что мы слышали? Златоуст говорит, никто да не отходит, все да в этот день приобщаться. Все оставайтесь на божественную литургию, и все, кто только подготовился и в течение Страстной Седмицы исповедовался, начиная от Лазаревой субботы, все, как говорит Златоуст, ничто же сумняся или бояся, приступите, чтобы в сию спасительную ночь приобщиться нам, победителю смерти, приобщиться нам, нашему Богу и Спасителю Христу. Успоим я, Боже, светлость огня, воссиявшая благодать вселенную просвети.